Чипа Гейм у микрофона, всем здорово. И сейчас время 7 утра, и официальный аккаунт Axel Bold, они залили, короче, новое видео с переделкой карты. То есть сейчас мы с вами посмотрим это все. Так, звук убавлю. Все, давайте, погнали. Видите, да, как переработалось, как раньше было и как сейчас. Я помню, как я играл еще на старой карте, и я сейчас вам буду говорить вообще свои эмоции, что вообще как поменялось, глобально ли вообще поменялось. Ну, сейчас все сами увидите и все услышите. Вот они показывают оригинал и изменение спавна КТ. Я не понял, оригинал, там разве было вот это? Я вот этого момента не помню. Может, сверху, если на карту смотреть, так и было, но вот конкретно я этого места справа не помню. Вот, как тут показывают, по-моему, так и было. Следующее, вот здесь я удивился. Вот это, конечно, они круто сделали. Здесь вообще стало, конечно, пусто, но раньше здесь все застроено было, коробки, всякие хрень была. Здесь они добавили дополнительный проход. Это тоже, конечно, круто, но и этого раньше тоже не было. Вот, самое вообще популярное место на этой карте. Здесь столько было, столько здесь мы времени провели. Ух, ладно, давайте смотрим. Столько проходов они добавили, просто карта реально масштабнее стала. Вот это тоже охрененно они поменяли, смотрите. Здесь они добавили лестницу. Здесь, помню, раньше мы бустились. Можно было бустануться от мусорки и до конца плента допрыгать. И это еще не все. Я думал, они только зону 9 добавят, но они еще и переработают карту провинции. И вы смотрите просто, на что она станет похожа. Вот. Ничего вам не напоминает? Мне вообще карта из КС напоминает. Почему-то сразу у меня представилась КС. Не знаю почему, но это... Реально похоже на КС, но сделали прикольно. Ну, я просто первый раз вот это все смотрю. Нифига себе. Реально вообще новая карта прямо. Это уже не старая провинция, которая была вообще в первых версиях. Это уже полностью, прям полностью колоссально переработанная карта.
Опа, проход на балкон будет. Вот это самое обидное. Они уберут коня. Конь — это вообще религия этой карты. Но они его убрали и добавили какую-то бочку, из которой льется... Чё льется? Пиво? Не знаю. Они карту сделали более, знаете, времен, когда, как это сказать, когда там на мечах еще дрались, вот. Здесь даже логотип вон какой-то есть. Теперь это не банк. Так, ну вот и получается такое видео. И знаете что? Почему? Вот у меня вопрос, почему они решили сейчас это слить? А мне кажется, они слили это потому, что скоро будет обновление. Скоро это, скорее всего, на днях. Ну, это лично мое мнение. Потому что это очень странно. Почему они просто взяли и слили это обновление? Остается нам только гадать, как бы и ждать. Вот, что будет дальше, посмотрим. Вот, вместе с вами мы увидели видео. Видео полный обзор, можно сказать, реально полный обзор новой карты Зона 9 и провинции. И мне зашло, не знаю, как вам, пишите об этом в комментариях. Ну все, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а я с вами прощаюсь, всем до новых видео.